педалюки. Вот, мама, на деньги, которые ты прислала на подарки детям, мы купили конструктор. Такой деревянный конструктор. Подарок от тебя, детишкам. Лесные животные. Тут, значит, слон, медведь. 50 деталей. Особенность в том, что у нас такой уже наборчик есть, им нравится. И мы купили им дополнение. Аленушка, а где другие детали? Слушай, там другая серия. Закройте серию. Вот она почему-то... Эти шкафы вот. Ложила. Вот. Это другая серия. Это бренд. Да, вот видишь, здесь вот в таком ведре, а мы купили еще в коробочке дополнительно. Ну, что интересно, они одинаковые, эти кубики, только разные производители. Вот этот бренд Вига, он дорогой. А тот вариант, который мы взяли, он подешевле. Но кубики одинаковые при этом. Для разных слоев общества, в общем. Как сок, знаешь? Сок. Я стоит 60 рублей, а сок Рич 100 рублей. А между ними разницы никакой. А это у нас что получилось? Это у тебя буква О. А ты, Ксюш, какие рисунки будешь рисовать? Да, точно. Твоя подружка, что ли? Да. А у тебя, Ксюш, какие подружки есть? Она дружит со всей группой. Она умница. А, умница? Молодец. Молодец. Ну-ка, получается буква И. Нет, И. Это не И, это И краткая. А, И краткая. Ю, ю. Там лучше пишется? Кажется, да. А, давай проверим. Лучше видно. А давайте вон там попробуем написать. Говорят, там лучше пишется. Ну-ка. Лучше, Ксюш? Да. И хорошо стирается. Мешает? С крашку можно. Ну-ка. Я вижу букву К. К. Это буква С. Ксю. Как написано? Ксюша. Ой, Максим, привет. Что это там у тебя? Это ты нарисовал? Да. Молодец, молодец. Смотрите, это спиночки. О, молодец. Все, пойдемте, да? Давай машину. На машинке хочешь покататься? Да. Ну, пойдем. Так, ну да, я здесь побуду, да? Или как? Медленно домой пойду. О, на машинке ездишь. Куда поедешь, Максим? Поедем. А мама скоро придет.
А мы пойдем сейчас домой. Ну-ка. Что ты там интересно написала? Написала Тви, да? Максим, осторожно, не упади. Осторожно, осторожно. Да. А может быть, Ксюш, ты человек-паук? Да. Смотрите. Ничего себе. Я человек-паук. Я могу покраситься. А я человек-паук. Ты что, тоже человек-паук, Максим? Да. Ага. Куда полез? На дерево? Равновесие держишь, Ксюш? Ого, как ты умеешь. Так ты ее, наверное, поломаешь сейчас, Ксюш. Да. Так еще висело. Ну ладно, пойдемте, детки. Тебе не больно, Ксюш? Тикает Виктор. А он хочет съехать, что ли? Я не понял. Ну, вы увозите его. Мы потом разберемся.